И вот еще один вопрос от подписчика моего канала в Телеграм. Понимаете, природой не предусмотрено, чтобы человек получал удовольствие от жизни просто так. Так называемыми гормонами удовольствия или гормонами счастья, которые вырабатываются в нашем собственном организме, природа нас награждает только за совершение определенных действий. То есть, по большому счету, мы ничем не отличаемся от ослика, у которого перед носом вешают морковку, для того, чтобы он постоянно бежал за этой морковкой и тащил за собой тяжелую телегу. И все эти действия, которые природа требует от нас совершать, так или иначе связаны с размножением. Удовольствие мы получаем от секса и от доминирования. Ну, с сексом понятно. Без секса не будет размножения. А у того, кто доминирует, есть больше возможностей для того, чтобы размножиться и, соответственно, после себя оставить больше потомства. Так что удовольствие, которое мы получаем от жизни, нам дозирует природа, и с этим ничего не поделаешь. Но вы сами можете уменьшить количество неприятных моментов, которые присутствуют в вашей жизни. Люди очень часто переживают по абсолютно несущественным пустякам, которые не оказывают никакого влияния на их жизнь. То есть люди сами себя накручивают для того, чтобы получать эмоции. Но очень часто люди увлекаются и не могут вовремя остановиться. Поэтому почаще переключайтесь с одной задачи на другую, чтобы у вас в мозгу не было застойных очагов возбуждения. Например, каждый день ставьте перед собой несколько задач и постарайтесь их выполнить. И поверьте мне, когда вы начнете это делать, на то, чтобы размышлять, какая унылая и безрадостная жизнь, у вас просто не останется времени.